А сейчас разреши мне продемонстрировать мои таланты, Жека. Давай, давай. Это монтаж в реальной жизни, да? И Степан, готов ли ты, Евгений, взять в законные мужья Степана? Я пошел, Эдисон, пока. Готов? Ладно. Как делишь, крепчишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы продолжаем троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет, и большое вам спасибо за вашу активность под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам, именно вам мы снимаем эту серию. И прямо сейчас, ребята, ставьте огромные пальцы вверх на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков мы с вами сможем брать, тем больше серий будет выходить. Женя, давай, пошли, пошли. Давай, да. Я хотел обратить внимание подписчиков вот на наши имена. Вот. Ну, с этим я согласен. Ну, я вот с этим согласен, вот с этим не... Не-не-не, ничего там. Все вранье, все, давай. О, что-то там построил. О, я уже вижу там что-то. Ой-ой-ой, все, давай. Ребята, сегодня случилось просто ужасное. Стефан и Ибрагим заболели. Понимаете, Стефан и Ибрагим вместе заболели. И, в общем-то, они попросили Эдисона навестить их. И, собственно, в этом-то и заключается суть моего троллинга. Вот так вот он выглядит. Это, в принципе, обычная карта с домиком и деревьями. А что же нужно сделать Эдисону, нашему дорогому Эдуарду Перециану, который еще по совместительству дед Пердун? Ему нужно будет попасть в домик Стефана и Ибрагима, но для этого нужно ему узнать пароль из 4 цифр. 4 цифры ему нужно будет найти на этой карте. И в принципе это и есть весь мой троллинг. Первую цифру он сможет найти вот в этом колодце. Если он туда прыгнет, то он попадет в лаву, потом в воду, а потом наступит на ножевые плиты, которые дадут ему прыгучесть. И когда он подпрыгнет, он запрыгнет на этот замечательный тролл-фейс. И здесь он найдет сундучок. А в сундучке, ребята, ничего не будет. Смотрите, что такое? А тут ничего нет. Но одна из записок будет, ну, верная. И здесь есть цифра 5. То есть, ребята, первая цифра у нас будет 5. А далее он, возможно, захочет спуститься вот в эту воду. Но, к сожалению, здесь стоят такие невидимые блоки, и он просто разобьется. Да. Вторую цифру Эдисон сможет найти в этой шахте. Я ему скажу, что он единственное, что может сломать на моей карте, это алмазную руду. Он возьмет эту замечательную золотую кирочку и пойдет в шахту. Но все же нет, золотой киркой нельзя сломать алмазы, поэтому он, ребята, возьмет железную. Так уж и быть, железную мы ему дадим. И, собственно, да, вот она такая вот миленькая шахта, и здесь, ребята, есть куча алмазов. Но за всеми этими алмазами скрывается небольшой сюрпризик. Здесь скрываются вот такие вот замечательные милые курочки, которые будут его, ребята, они будут его бить. И, собственно, да, вот такие вот они вот милашки маленькие. И только за одной алмазной рудой скрывается то, что ему нужно. Я, честно говоря, даже не помню, за какой. Да, вот именно за этой. И здесь вторая цифра — это 8. Третья цифра и четвертая уже, конечно же, на внимательность. И первую цифру он сможет найти вот здесь. Вот если подойдет к краю карты, то он сможет заметить цифру 3. То есть третья цифра — это 3. Ну а еще, если он будет, опять же, внимательным, когда он будет находиться на тролл-фейсе, вот на этом, который я здесь построил, он сможет заметить вот эту вот цифру. И что же это, 6 или 9? Это, ребята, 9, но посмотрим, ребята, что скажет Эдисон на это. Так, у нас есть код 5839. И, собственно, здесь, ребята, Стефан и Ибрагим, они не больны. Они всего лишь позвали Эдисона сниматься с ними в новом фильме про Стефана и Ибрагима. Да, собственно, здесь уже стоят камеры, Стефан и Ибрагим уже готовы к съемкам. Осталось только дождаться Эдисона, чтобы он к ним присоединился. Вот и все. На этом заканчивается мой троллинг. Я знаю, что он довольно-таки маленький, но посмотрим, как на него отреагирует наш Эдисон. И не забудьте поставить лайк под эту серию, потому что я действительно очень стараюсь, когда строю все эти карты. Эдисон тоже очень старается. И вообще, ребята, мы все это делаем только благодаря вам и ради вас. Только потому, что вы пишете нам приятные комментарии, так просите троллинга. Серьезно, это, наверное, первая рубрика, которую так полюбили на нашем канале. Мы так рады этому. Вы каждый раз пишите мне посты в группе ВКонтакте, всю личку мне заспамиваете. Все комментарии под любыми видео, когда же троллинг. Ребята, спасибо вам большое, именно поэтому мы его и снимаем, поэтому ставьте лайк, если хотите видеть больше серий.
Ну а мы приступаем. Ну что, Эдисон, ты готов приступить к моему троллингу? Ой, Жека, готов, да. Всегда готов. Смотри, да. Значит, перед тем, как ты приступишь, небольшая предыстория. Давай, я слушаю, да. Мы, конечно, все знаем, что ты не любишь Ибрагима, я ненавижу Стефана, но все же они наши персонажи, они наши, так сказать, друзья уже стали за это время. И знаешь, они очень сильно заболели. Вот. Они очень сильно заболели и попросили тебя прийти к ним и что-нибудь там, не знаю, принести какие-нибудь подарочки, может, ну, в общем, поддержать их как-то. Они, короче, у них температура очень высокая, они, вот это по их словам передаю чисто, вот они мне сказали, я тебе передаю. Вот. И, собственно, сегодня ты пойдешь в гости к Стефану и Ибрагиму, они живут в одном доме, как это было бы ни странно. Вот, я, кстати, тут еще подарочки приготовил, ну, для них, ну, я тебе потом их отдам, ты вначале иди к ним, да. Собственно, приступай, проходи. Cool story, бро. Ну ладно, я пошел. В геймоде один, ладно. Подожди, в геймод. А, ты ничего не сказал, ты ничего не сказал. Так, подожди, тогда хорошо. Ты должен меня слушаться, и ты должен быть в геймоде 0, и единственное, что ты можешь ломать, это алмазную руду. Больше ничего ломать ты не можешь. Хорошо, хорошо. Все, приступай, Эдисон. Вот он домик, собственно говоря, Ибрагима и Стефана. Можешь к ним туда зайти. Прыгай, о, да. Сейчас бы прыгнуть. Ну, ладно. Можешь, в принципе, прыгать как хочешь, Эдисон. Вот. Ой, так, меня не толкать. Смотри, ты к домику не хочешь пройтись? Да не, ну тут я вижу, код какой-то нужен. Дом Стефана и Ибрагима. Так, а там никого нет уже, а что там, стена? Да это дверь там вторая просто еще, внутренняя, понимаешь? Ладно. Порой не угадал, а ты пошёл. Да, собственно, тебе нужны те 4 циферки, они есть на этой карте. Вот, у тебя есть кирка, ты можешь ломать только алмазную руду. Ой, твою мать, я обосрался! Что это такое? Честно обосрался, как курица. Эдисон, такая подсказочка, ты вряд ли их сможешь убить. Так что продолжаем скапывать алмазную руду. Ты вообще как бы пытался? Реально вообще скапывать? Да, пытался. Это нереально. Жека, я убегаю, пошел ты в задницу. Ну хорошо. Можешь, в принципе, туда не идти, возможно, там ничего и нету. Но тебе нужно найти 4 циферки. О, 4 циферки, Жека. Может, не надо? Да, где же эти 4 циферки находятся? Тут что, снегом как бы не засыпало? Не, ничего не засыпало. Уверен просто на все 100%. Да, уверен на все 100%. Покажи мне вот эти цифры, я убежусь, то, что ничего не забыл. А, ну да, сейчас я возьму и покажу все циферки, да, конечно, Эдисон. А, не, размечтался. Ой. Нет циферки, ну подскажи мне, пожалуйста. Ну, хорошо, в принципе, возможно, в шахте есть одна циферка. Возможно. Ага, и курица, да? Да, и курица там тоже есть. Ну пошла ты в сраку! А чё они тебя не атакуют? Я просто Ой! Смотри, там, кажется, какая-то записка выпала. Что-то есть. А, вторая 8. Да. Все понятно. Ой, курица, везде курица, ужас. Дайте мне пройти. Еще одна курица. А, да скопать этот долбас кончен, и все, ничего. Ты еще знаете, что вот хочу скопать. Да, вот там записка есть, вот там записка, Эдисон, ты пропустил записку. Конечно. Где записка? Теперь я тебе, ты обманщик. В потолке записка, ты должен срочно скопать. Ну давай. Люблю курицу, все, буду только мясо кушать. Ну ладно, в принципе, можно не идти, может пойти в другое какое-нибудь место, тут еще много всего есть. Давай, одна цифра у тебя есть, в принципе. Ладно, послушаю этого дебила. Опа! Ой! Ага! Да, круто. Только тут ничего нету, да? Да, что-то, по-моему, ничего нету. Ой, или есть, Эдисон, или есть! Круто. Ой, а что такое? Тут ничего. Ой, ты дебил. Ой, ты дебил. А, нет, все же есть. 5. Так, нашел. А что это такое? У тебя уже есть две циферки. Тут нет, ничего тут нету. Так, нет. А ты уверен, что... Так. Тут точно ничего не засыпало, да? Да, точно ничего не засыпало. Смотри, будешь ты виновата, если что. Ага! Это 6 или это 9? 6 или 9, Эдисон? Или 9. Может, 69? Мне нравится просто сочетание вот этих цифр. А нет, все же есть 5. Ну смотри, если вторая 8, а 5 это какая? Ты забыл написать. А, ну ладно, так уже быть. 5 это первая. А, то есть 5-8. 6 или 9? Мне кажется, 9. Или 6. А, или 6. Есть. Ладно. Оп.
Давай, ты сможешь допрыгнуть. Ой, не получилось. Делай, Жека, не получилось. Не получилось, почему? Не получилось. Одна циферка. Жека, мне кажется, ты меня обманываешь. Нет тут больше никакой циферки. Мне кажется, есть. Где-то она все-таки должна быть. Ну подскажи, ну где? Ну где? Я не вижу. Ну, не знаю, где-то, вот, так я скажу, на этой карте должна быть она, вот. Ну тут есть тролль вот наверху, да, это точно не циферки. Да, это точно не циферки, эти циферки. То есть 5, 8, 9, да? Ну да, да, 5, 8, 9. 5, 8, 9, 1. Нет. 2, нет, 3. А ты уверен, что 9, а не 6? Какая-то свастика, чё, нет, это не... Ага! Да, всё, ты нашёл последнюю циферку, или не последнюю. Это буква М, или чё это? Ну, как бы здесь только цифры. Это Э. А, да, это Э, ага. Это не буква, это Э. Давай, давай. 5, 8, 9, 6. 5, 8, 6, 3. 5, 8, 9, 3. Да ничего не работает, твою мать! Ну попробуй еще раз. Ты уверен, что 5 это первая цифра? Да. 8 это вторая? Да. То ли я слепой, или это так? Ну, 3. Как думаешь, 3 это какая цифра? Ну, цифра 3, как думаешь, это какая? Третья или четвертая? Ну смотри, 5, 8, 3, 6. Не, эх, подходит. Не подходит, не подходит. 5, 8, 3, 9. Подожди, я подожди. Уже... Стой, 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 стой. Ладно. Слушай, Эдисон, перед тем, как ты зайдешь, все-таки хочу тебе дать подарочки, которые ты должен подарить Ибрагиму и Стефану. Ну слушай, походу они тебя обманули. Они, кажется, не болеют, они тебя просто позвали сниматься. Поучаствовать, да? Да, поучаствовать в этом фильме. И посмотри подарочки, мне кажется, тебе понравятся подарочки. Это специально как раз для тебя. Тебе, пожалуйста, тут есть выход, Джека. Скажи, что тут есть выход. Нет, выхода здесь нету, собственно, Эдисон, давай. Посмотри подарочки и присоединяйся. Подарок Ибрагиму. Яблочко. Мандаринка, нет. Чего? Ладно. Так. Что за палочка непонятная? Так, ну ладно. Ну все, присоединяйся, я вас буду снимать, Анис. Присоединяйся, вставай между ними. Я тоже поснимаю, тут камер на всех хватает, поэтому... Ну ладно, хорошо, поснимаем вместе. Жек, тут точно выхода нету? Да, в смысле нет выхода? Как код, ты же знаешь, нет? Ааа, вот это... Вот это что, 5, я уже забыл, 8, 3, 9, а всё, Жек, ладно. Всё, ты можешь возвращаться там, они тебя ждут, мне кажется. Да не, они именно тебя звали, я говорю, они попросили тебе сказать, типа, что они заболели, вот. Ну ладно, ладно. Это страшно. Очень серьезное мероприятие будет. То есть, не облажайся, пошли, Жек. Какое мероприятие? Мероприятие. Мероприятие. Лидеры. Жека. У тебя тут есть два... Подожди. Да, слушай, я у тебя тут есть два выбора. Вот, выхода, точнее, входа. Или слева, или справа. Но ведь как... мне почему-то кажется, что тебе нужно сюда направо. Хотя, может, налево. Тут, может, что-то тоже есть, я не знаю, Жека. Сейчас я... Все, можно, да, двигаться? Да. Так. Ой-ой-ой, нет, там письки, я туда не хочу. А иди туда, Жек! Не, я не хочу за письками, я лучше поеду. Я поеду на Мафыне. It's a be rolling. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой! Ой-ой-ой! Нет, смотри, кстати, надо было к пискам идти, ну ладно, хорошо. Надо было к пискам. А может нет? Может просто тебе нужно было что-то тут сделать, я не знаю, Жека. Даже не знаю. Сейчас подожди, спаунпоинт поставлю, это точно я знаю. Так, ну хорошо, я пошел к пискам. Ты умер, конечно, один раз. А, нет, там Стефан! Нет, я туда не пойду. А ну пошел вон! Пошел вон! Лучше пошел тебя, ну ладно, иди сюда, Жека. Да куда? Я не. Все, тихо. Так, тихо. Ага, я понял. Нет, тут Ибрагим! Нет! Ладно, давай тогда в другую комнату. Так, ладно, к Стефану. Стефан, я только зайти, на минутку. Нет, не переживай, я быстро. Да блин, а куда? Ничего нет. Ничего нету. Нет, Стефан, я просто тебя покину все-таки. Пока. Все, пока. Кто-то просто очень слепошарый, мне кажется, ну ладно. Да? Давай. Все-таки у Стефана, да? Или нет? Да в смысле? Куда? А, вот! Давай, бей меня! Да не, Жека, так не работает, тебе не туда нужно. Куда мне нужно?
Ну ищи проход в стене, может за писюнами, ты же любишь писюны, потрогай их. Да я все потрогал, все писюны. Тогда проходи, может тут секретный проход. Это же по моей части, я все потрогал. Ну блин. Ну проходи в стену, дебил. Куда? Может где-то тут невидимые блоки есть? Да я пытаюсь проходить, не проходится. А потому что писюн нужно запрыгнуть на вот это. На что, Эдисон? Ну-ка, ну что, скажи-ка. О! Блин. Вот, теперь сюда тебе нужно. Ну в смысле, нет, я не хочу туда обратно. Ну, не знаю, может и обратно. Может и так. А может тут еще один проход есть, дебила кусок, а? Да какой проход? Что? Куда? Может за лохом что-то есть? Сколько тебе подсказок нужно дать, Джека? Какой же ты тупой? Так, Джека, не проходи, стой тут. Я знаю то, что никто из нас не любит паркур, поэтому я сделал такой простенький паркур, чтобы никто не парился. Давай. Мне кажется, ты просто это все пройдешь. Да, да, там все невидимые блоки мне. А. Да, да. Да. Вот сейчас я упаду, так, вроде ничего нету. Смотрите, он даже меня не троллит. Что он делает? Я тоже ненавижу паркур, поэтому не хотел тебя троллить паркуром. Давай. Я что-то засмотрелся на тебя и упал. Ты прыгайся. Так, сейчас. Ага. Проходи. Ну что, в какую сторону? А, вот сюда. В ту, да. Так, ага. Копнись лучше, Жека, чтобы не... Ой! Пошёл ты в жопу, Эдисон, пошёл ты в жопу. Ладно. Со своими чекпоинтами? Чека, покинись ещё раз лучше. Не-не-не, не хочу. Ой. Понял, всё, молодец. Так. Ой! Твою мать. Я не хочу тебя троллить паркуром, я не хочу тебя троллить паркуром. Жека, может там где-то проход был возле вот этой нажимной плиты, я не знаю. Там ничего нет. Ай! О! Микас, ты нашел, Жека, выход, да? Случайно, но нашел. Молодец. Так, Жека, стой. Жека, сейчас, дай мне подготовиться. Дай мне пару секунд, Жека. Что происходит? Мне нужно подготовиться. Что такое? Заходи. Что ты там делаешь? Да твою мать, опять Стефан. Он же там был. Жека. Жека. Ох, Жека, Жека. Да что, что? Читал мои комментарии, что мне там подписчики писали. Такие именно. Ну выйди оттуда, выйди. Не нужно тебя видеть, чтобы Стефан тебя тоже видел. Нет, я тут стою. Жека, держи. Это для тебя. Чего? Какое? Нет, я не буду это делать. Это второе для Стефана. А сейчас разреши мне продемонстрировать мои таланты, Жека. Давай. Это монтаж в реальной жизни, да? И Стефан, готов ли ты, Евгений, взять законные мужья Стефана? Я пошел, Эдисон, пока. Готов? Ладно, так как нам плевать на мнение Жеки, Стефан, готов ли ты взять... Что-то закончилась церемония. Готов ли ты взять в законные жены... Выпустите меня отсюда! Я уверен, что он готов. Нет, никто не готов. Молодожены, я разрешаю вам поцеловаться и жить дружно. И жить дружно до конца. Забери свои кольца, чёртов псих. Смерть не разлучит вас. Ура! Ребята, давайте дружно скажем горько. Пошёл в жопу, говно. Нет. Ну чё, Жека, как? Рассказывай, как это? Джека баба, как бы. Дед даже перду, вот у тебя, а ты дед пердун. У тебя за спиной. Уж лучше быть Жека... Джекой бабой, чем дедом пердуном. О, ладно, ребята. Большое спасибо за просмотр. Кстати, большущий палец вверх на вот эту серию с троллингом, если хотите больше видосов с троллингом, чтобы мы дальше, Жека, продолжали троллить друг друга. Да. Продолжаю. Сканчивай серию. Я тебя пожую на Ибрагиме, я тебя пожую. Я отомщу.
Ладно, ребята, так и шаги хочешь прощаться. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Пожалею.